Congratulations. Oh, I'm Pisky. Большое спасибо, что вы пришли сегодня. Сегодня необычный день, сегодня первый день весны, сегодня солнышко, сегодня наступил март, и я очень рада, что в этот день у нас концерт. Большое спасибо организаторам, огромное спасибо Араику, арт-директору, который разрешил, забил эту дату. Для меня это очень необычно, потому что это клуб, самый лучший джазовый клуб в Москве. После концертов меня спрашивали программу, которую мы играем, как называются композиции, кто автор. Поэтому на этот концерт я сделала программки, как в театре. Вы можете взять программку и следить за названиями композиций, за авторами, собственно, то, что мы играем. Сейчас композицию написал Пэт Мэттани, она называется «Song for Bilbao», то, что мы сыграли. Следующая композиция называется «The Moon Train», автор Вуди Шоу. Thank you.
пригласить замечательных музыкантов. Федор Сенчаков, тромбон. Константин Мамонтов, фортепиано. Александр Горов, гитара. Олег Шарафетдинов, контрабас. Аркадий Баклагин, барабаны. Thank you.
сегодня на концерте присутствуют мои родители, моя мама и папа. Я хочу, чтобы вы им поаплодировали, потому что это мои родители. Следующая композиция посвящена моим родителям. Она была написана как проект по классу «Джазовая композиция 2». И я получила за нее максимальную оценку A.
Джоша. Сама тема написана на 4 четверти, а бридж на 3 четверти. Поэтому вы можете считать размеры, пока заказываете. В следующей теме часть А на 6 восьмых, а часть Б на 4 четверти. Thank you.
концерте будет три премьеры композиции, которые мы ни разу не исполняли на концертах. Одна из них — это была «Чик Корея», предыдущая. Следующую композицию мы исполняли один раз на предыдущем концерте. Сейчас я хочу сыграть две композиции, посвященные памяти шведского пианиста Сбьорна Свенсона. Он очень мне нравится как пианист. Я его очень много слушаю сейчас и очень проникаюсь этой музыкой. Если у вас будет время, тоже check it out, как говорят американцы. Сбьорн Свенсон. Первая композиция называется «Seven Days of Failing» — «Семь дней падения». И вторая композиция называется «When God Created the Coffee Break». Называется, переводится «Когда Бог создал перерыв». Thank you.
Я хотела сказать, что если вам понравился концерт, вы можете оставить свой email на входе, написать его на email лист, и вам будут присылать приглашение на следующие концерты. И не забудьте про donations, это очень важно для музыкантов. Thank you.
Александр Горох. Олег Шарфединов. Аркадий Поклавин. Петр Сенчуков. Мы называемся Kate and Friends. Очень приятно. Мы подготовили для вас еще одну композицию Breaker Brothers, Not Ethiopia.